Основными направлениями деятельности Рубцовского филиала научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» являются: проведение научно-исследовательских опытно-конструкторских работ, выполняемых в оборонно-промышленном комплексе России, создание и производство образцов новой военной техники и технологий, разработка и производство гусеничных машин как военных, так и народно-хозяйственного назначения. Рубцовский филиал является единственным предприятием корпорации, производящим боевые разведывательные машины для сухопутных войск. Гордостью компании является боевая разведывательная машина БРМ-3К, которая предназначена для ведения войсковой разведки в составе разведывательных подразделений. Специальный комплекс приборов разведки позволяет не только производить поиск, обнаружение и опознавание целей в любое время суток в условиях ограниченной оптической видимости, но и производить обработку и передачу полученной развединформации пунктом приема на удалении до 350 километров. Подвижной разведывательный пункт ПРП-4МУ предназначен для ведения разведки неподвижных и движущихся наземных целей днем и ночью в любых метеорологических условиях при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40 градусов на высоте до 3000 метров над уровнем моря. ПРП-4МУ оснащен комплексом специальной разведывательной, навигационной и коммуникационной аппаратуры. Ремонтная машина гусеничная РМГ предназначена для технической разведки и текущего ремонта танков и БМП, оказания помощи экипажам в проведении технического обслуживания техники в боевых условиях. Наряду с разработкой и изготовлением военной техники предприятием освоен выпуск гусеничных машин повышенной проходимости народно-хозяйственного назначения. Снегоболотоходный гусеничный транспортер-тягач ГТ-ТМ представляет собой машину высокой проходимости с низким удельным давлением на грунт. Машина может преодолевать песчаное и болотистое бездорожье, снежные заносы и водные преграды в любое время года. Конструкция машины позволяет осуществить буксировку колесно-лыжных прицепов и специального оборудования общей массой до 5 тонн. Многоцелевое гусеничное шасси МГШ-521 является базой для целого ряда вездеходов различного назначения. Предназначено для установки различного технологического оборудования массой до 6 тонн и перевозки рабочих бригад в кабине шасси в районах с тяжелыми почвенно-климатическими условиями. На базе МГШ-521 созданы следующие модификации машин. Лесопожарный агрегат ЛПА-521, предназначенный для доставки сил и средств к месту ведения лесопожарных работ, тушения низовых пожаров, ведения профилактических мероприятий. Машина гусеничная пассажирская МГП-522 для перевозки и отдыха ремонтных вахтовых бригад. Машина гусеничная грузовая МГГ-529 для перевозки различных грузов и оборудования. Рубцовский филиал НПК «Уралвагонзавод» имеет замкнутый цикл от разработки до производства выпускаемой продукции. Производственный технический персонал компании имеет богатый опыт в разработке и внедрении в производство различных видов изделий для народного хозяйства и военно-промышленного комплекса.